Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите видеоканал «Байкал». Сегодня 24 января, в преддверии Татьяниного дня, мы подготовили для вас праздничный репортаж о Дне Святой Татьяны. Желаем вам приятного просмотра! В церковный приход на богослужение приходят женщины с именем Татьяна, чтобы славить римлянку, жившую в начале III века. Однако не все знают о трагической судьбе этой святой мученицы. Годы ее жизни пришлись на трудный период в истории человечества. Новые светлые идеи, принесенные Христом на землю, с трудом пробивали дорогу сквозь языческие тернии. Татьяна родилась в семье знатного, богатого римлянина, который был тайным христианином. В богочестии и страхе Божьем он воспитал свою дочь, которая в молитве и посте проводила все свое время. Когда язычники тащили Татьяну в храм Аполлона, чтобы принудить поклониться римскому божеству, она неистово молилась Иисусу Христу. По преданию произошло невероятное. Началось землетрясение. Статуя Аполлона упала и разбилась. Рухнула часть храма, придавив многих язычников и жрецов. Это не остановило нечестивцев, и они повлекли деву на суд и мучения. Но вскоре они сами изнемогли от истязаний, так как тело мученицы было твердо даже для железных крюков, а неведомая сила сыпала удары на самих истязателей. Татьяна же по-прежнему молилась, но не за себя. Она-то не сомневалась, что Бог не оставит ее. Она просила за своих мучителей, дабы открылся им свет истины. Татьяну хранила благодать Божья. Даже когда ее бросили на растерзание льву, свирепое животное не кинулось на нее. Лев ласкался и лизал ее ноги. Татьяну предавали огню, но пламя стихало у ее ног. Такую силу дает Господь тем, кто готов до конца стоять в истине. Уже не зная, что предпринять, чтобы женщина отказалась от своей веры, ей произнесли смертный приговор, и святая Татьяна была обезглавлена. Вместе с ней был казнен и ее отец. Видя страдания своей дочери, он не пожелал оставаться тайным христианином и решил пострадать вместе с ней. Вот такова легенда. Произошло все это в 225 году. Однако православные по-прежнему чтут память великомучеников. День памяти святой Татьяны мы отмечаем, когда трещат крещенские морозы. Поэтому иногда этот праздник называют Татьяной Крещенской, а иногда Татьяной Университетской. Ведь святая Татьяна, кроме всего прочего, почитается у нас на Руси покровительницей студентов и преподавателей образования и просвещения. А связано это было с тем, что именно в этот день именин своей матери, обер-камергер Шувалов, в 1755 году принес на утверждение императрице Елизавете Петровне указ об основании Московского университета. Подписанием этих документов увенчались многолетние хлопоты Михаила Васильевича Ломоносова о создании первого российского университета. Кстати, в его стенах была устроена красивая церковь в честь святой Татьяны, которая существует и ныне. Когда готовился этот материал, мы подумали, а почему бы не подсчитать людей с именем Татьяна, которые проживают на территории Ольхонского района. И вот что у нас получилось. Всего в районе насчитывается 261 Татьяна. Конечно, больше всего их в Еланцах, 117 человек. Второе место по количеству Татьян занимает Хужир, 35 человек. На третьем месте Бугульдейка, 16 девушек и женщин с таким именем. 14 Татьян в Ангурёне, 12 в Курете. В остальных поселениях набирается не больше 10 в каждом. В Еланцинской средней и начальной школах обучаются 14 Танюш. В детском садике «Ромашка» только одна маленькая Танечка. «Солнышко» тоже одна. В садике «Радуга» Танюш нет. Видимо, такое красивое имя в наше время незаслуженно забыто. Сотрудники ЗАГСа тоже с интересом подключились к поискам таких данных. Оказалось, что в 2008 и 2009 годах рождалось всего по одной Тане, в 2010 году – три. Самый урожайный год за последние 5 лет – 2011. 5 девочек с таким именем.
В прошлом году родилась одна Татьяна, и в начале нового 2013 года самый первый ребенок был зарегистрирован под именем Татьяна. Этот факт немного обнадеживает, ведь с давних пор имя Татьяны было одним из любимых на Руси, и каждая его обладательница, конечно же, знала о его значении. Отрадно, что и современные Татьяны тоже знают историю и гордятся своим именем. Здравствуйте, дорогие жители Ольхонского района. Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом. А в преддверии Татьяниного дня сказать, что я сама являюсь Татьяной. Меня назвал этим именем мой папа. И, ну, мое имя означает, как если с древнегреческого перевода, значит, это тата, это учредительница, повелительница. И я хочу поздравить всех Татьян с этим чудесным, прекрасным праздником, а особенно еще студентов, потому что Татьяна является покровительницей студентов. А еще хорошее, большое, огромное, так сказать, приветствие и, ну, пожелание Татьяне, которая является, ну, как сказать, подругой и вообще таким добрым и чутким человеком, это Аргунчинцева Татьяна Сергеевна, у которой в преддверии этого праздника, чудесного Татьяниного дня, будет день рождения. И не просто день рождения, а юбилей, который у нее состоится 24 января. И вроде как, я так считаю, что ее и назвали Татьяной в честь этого прекрасного солнечного дня. А всем маленьким Танечкам, которые только подрастают, огромное, пожелать огромного здоровья, счастья, чтобы слушали своих родителей и учились на отлично. А всем остальным Татьянам, чтобы были такими же отзывчивыми, красивыми и доброжелательными. Своей Татьяне, подружке Балабулиной, хочу передать огромный привет и поздравить ее с днем рождения. Ой, с именинами. Татьяне Бартановой, Татьяне Алагуев и всем-всем остальным Татьянам, кто меня знает. Большой-большой привет и здоровья. Поздравляю всех Татьян с таким светлым праздником. Желаю всем здоровья, успехов в работе и в личной жизни, а также всех студентов. Ну, всех Татьян я поздравляю с днем Татьян. В детстве мне нравилось имя Туяна, а мой папа меня назвал в честь своей сестры. Ну и желаю, чтобы на свете рождалось больше Татьян с этим прекрасным именем. Татьяна Сергеевна, очень приятно, что вы согласились на интервью. А, тем более, что мы знаем, что 24-го у вас день рождения. Угу. Вы именинница наша. Скажите, пожалуйста, кто назвал вас Татьяной? Назвала меня мама в честь своей мамы. Когда родилась, тем более близко был 25-го, Татьянин день. Вот Татьянин день меня и назвали. Кем вы мечтали стать? Ой, когда в школе училась, мечтала стать учительницей, потому что все время с ребятишками занималась. А потом у нас, где мы жили, там был техникум бухгалтерский, экономический. Вот пошла на бухгалтер, чтобы не уезжать никуда, от дома далеко. А сюда уже по направлению приехала в 82-м году. Уже 30 лет живу тут. А можете ли вы с уверенностью сказать, что в данный момент занимаетесь любимым делом? Ну, эта работа мне нравится. Я люблю свою работу. Менять не собираюсь. Спасибо вам, Татьяна Сергеевна. Мы поздравляем вас с днем рождения, с именинами. Желаем вам всего самого доброго. Будьте счастливы. Спасибо. Всех Татьян поздравляю с наступающим Татьяниным днем. Желаю всем здоровья, всего-всего хорошего. Мы, конечно, не могли не обратиться к нашей покровительнице образования, начальнику управления Татьяне Прокопченко, которая любезно согласилась дать интервью. Татьяну Семеновну знают, наверное, все. И какой у нее характер, знают тоже. Но вот что считает по этому поводу сама Татьяна Семеновна? Начали мы беседу с вопроса о том, какова главная черта характера Татьяны Семеновны. Ну, вообще, я человек не злой, не злопамятный, да. Стараюсь понять людей, принять их такими, какие они есть. Ну, альтруист по жизни. Очень хорошая черта. А ваш главный недостаток? Главный недостаток?
о недостатках своих, да? Вот если покопаться, мне кажется, ну уйма недостатков. Не могу заставить себя похудеть, хотя врачи требуют, что вот то-то, то все болячки от нас, от большого веса. Вроде начинаем с понедельника диету соблюдать, хватает на 3 дня и все. Ну, наверное, режим дня так устроен. Приходим поздно, не получается так, чтобы после 6 не есть, рот зашить. Когда приходишь в 8-9, все, где тут режим? А каким ошибкам или проступкам вы проявляете наибольшее снисхождение? Ну, если вот это ошибок или проступок, ну, человек объясняет тем, что, ну, какие-то внешние обстоятельства помешали исполнить что-то. Ну, я как руководитель уже достаточно большой у меня стаж, нынче как 10 лет. И если это действительно были на то объективные причины, а не из-за его там расхлябанности, халатности не исполнено, ну это, конечно, понять и простить просто. А что вы больше всего ненавидите? Ой, больше всего ненавидю и ненавижу вранье, изворотливость. Ну скажи честно, так и так. Ну, надо было тебе куда-то сходить. Ну, не придумывай там какие-то 1000 причин уважительных. Ну, скажи, вот нужно было. Ну, проспал, поэтому опоздал. Да? Угу. Все же это можно понять. А исторические персонажи, которые вызывают у вас наибольшее презрение? Ну, наверное. Это кто? Узурпаторы, поработители? Конкретно, ну, презрение. Ну, интересно, ну, наверное, единственный персонаж, который Адольф Гитлер, да? Допустим, отношение к Сталину, столько репрессий, тоже тут двоякое, и так, где-то упоминает, вот бы эти времена, дисциплина бы все, когда нужно дисциплину держать, да? Поэтому я думаю, ну, наверное, единственный персонаж вот такой. Кто его знает, на ум-то сразу и не придет другое. Итак, военные события. Достойные, по-вашему, наибольшего восхищения? Ну, конечно, наша Великая Отечественная. Хотя вот остались у нас действительно мало ветеранов действующих, действующей армии-то. Ну, вот, а я считаю, что вот сейчас у нас остались труженики тыла, да, дети войны. Я думаю, вот такие же почести, такие же льготы должны иметь они. Я думаю, правительство все равно к этому придет. Раньше хорошая акция была, то, что всех этой субсидии, что все ветераны в Айхонском районе, мне кажется, практически все, и вдовы получили вот это жилье. Вот это хорошая акция. Я думаю, действительно, то, что вот взял и получил. Вот тут правительство, ну, грубо сказать, не обмануло, да? Вот это была реальная поддержка ветеранов. Я думаю, на этом наверняка не закончится. Правительство наше молодое. Я думаю, и вот эти нынешние дети войны, вот посмотрите, им уже возраст 75 и больше, да? Конечно, им нужно такое же внимание. Реформа, которую вы особенно высоко оцениваете? Оцениваете? Нет, оценивать, ну, какая реформа? Вот сказать, что реформа образования, что оцениваем, конечно, есть плюсы и минусы. Ссылаясь, вот та наша советская система образования, вот, когда все было стабильно, казалось бы, и результаты, и все, и уровень был достаточно хорош. И сейчас, ну, споры ЕГЭ, не ЕГЭ, знания, качество, ну, что-то есть и положительное, есть и отрицательное, ну, как, наверное, при любых реформах. Ну, и вот та реформа, то, что вот разделение первый уровень власти, второй уровень власти. Где-то хорошо, а где-то, я считаю, что вот... Ну, конкретно в райцентре, я считаю, достаточно одного уровня власти. Татьяна Семеновна, ваши любимые литературные герои? Ой, их столько много, начиная с детства. Ну, сестрица Аленушка, ну как это нелюбимые герои? А Золушка, ну как это нелюбимые? Ну и выше, ну, конечно, мы же все... воспитанные на идеях коммунизма, да, ну, Зоя Космодемьянская, вот это может, это все так. А из современных, вот даже, честно говоря, даже время на чтение
художественный только вот читаешь. Поэтому я говорю только то, что вот в детстве отложилось, но вот так вот. А ваше любимое занятие? Мое занятие, когда свободное время, пришел в пятницу, если в субботу никуда не надо идти, ехать. Ой, ляжешь, достанешь, нет, сначала отдохнешь, вот занятие любимое даже, ну как, чем я хочу? Мне безумно нравится то, что вот, вот эти всякие поделки. Вот смотришь вот эти выставки, восхищаешься Марией Григорьевной Тесенютиной, да, до того. И мне вот это тоже все нравится. И мне так хочется вот этим заняться, а времени нет. И думаю, вот уйду на пенсию, совсем уйду на пенсию, все, и сяду, буду этим заниматься. А чем ближе к уходу, зрение уже садилось. Получится у меня так или не получится. Мне вот нравится, вот это вот все нравится. Могу шить, могу маленько вышивать, могу какие-то поделки. Когда внуки приезжают, люблю с внуками возиться. Вместе сидим, лепим. Вот я превращаюсь тогда в девочку Таню и сидим, лепим всякие там штучки. Ну. Татьяна Семеновна, ага. Дар, которым вам хотелось бы обладать? Дар. Ясновидение. Ну, почему бы нет, да, хотелось бы, чтобы знать, где вовремя соломинку подстелить. Хочется, чтобы в семье у всех моих детей было все хорошо, да, оградить их от чего, чтобы по службе, чтобы у моих работников, как там чего, какие там, к чему они приведут эти преобразования. Ну, хорошо бы знать, что будет впереди. Ну и напоследок, угу. Ваш девиз. Ну, вы даете. Вот, как вот, ну, даже вот так вот, если вот заранее вы мне такой вопрос задали, да, придумала бы красиво, мой девиз по жизни. А вообще вот если без всяких девизов, как и своим детям говорю, ну, вот не нравится что-то делать, да, если надо, иди и делай. На себя там... Что-то тебя тут ойкнуло, там нет, на завтра отложил. Нет, надо, делай. Все. И еще вот такое, как тоже не позорь свою фамилию. Девиз это, не девиз. То есть думай, что у тебя потом все твои проделки, что ты делаешь сейчас, аукнутся на твоих детях. Вот так вот. Ну и что бы пожелали Татьянам нашим? Не делай плохого. А Татьянам пожелаю. Татьяна – это имя греческое, да, учредительница. Так что, Татьяны, вы правильный курс держите. Держите вот так вот семью в кулачке. Все вы делаете правильно. А если что неправильно, вы сами себе это прокрутите вечерком перед сном, как лечь спать. Все равно же у вас день проходит в прокрутке того, что было. Что вы сделали так, что вы сделали. И вы обязательно примете верное решение, и на завтра вы исправите то, что неправильно сделали сегодня. Татьяна Семеновна, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Мы вас поздравляем с именинами. Желаем вам всего самого-самого доброго. Пусть все самые заветные ваши мечты и пожелания сбываются. Спасибо. Спасибо вам. И вас тоже с праздником. Мы удивительны тем, что все разные. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Но цель должна быть одна. Быть нужным людям. Трудиться на благо своей Родины, на благо будущего поколения. А поможет нам в этом святая Татьяна. Уже давно появилась традиция у студентов и преподавателей радостно отмечать этот праздник и благодарить свою покровительницу. Сейчас на вашем экране промелькнут наши дорогие Татьяны, которые... согласились принять участие в репортаже. Давайте же от всего сердца поздравим их с таким чудесным праздником, днем именин. А всех студентов с началом зимних каникул. Лариса Бадаева, оператор Константин Белеев, видеоканал «Байкал». Белый
снег шел первый день каникул, и целый день вдвоем бродили мы с тобой, и было все вокруг торжественно и тихо, и белый-белый снег. Дохнула вешним ветром, когда я на снегу у дома твоего два слова начертил обломанною веткой: Татьяна плюс Сергей, и больше ничего. Земля белым-бела, мила метель, Татьянин день, Татьянин день. А для меня цвела весна, звенела брель, Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не могу. Судьба нас не свела, но мне всегда казалось, Татьяна плюс Сергей, пишу я на снегу. Пройдут снега на мокром тротуаре, для девочки другой начертит кто-то вновь те вечные слова, что мы не дописали. Татьяна плюс равняется любовь. Была земля белым бела, мила метель, Татьянин день, Татьянин день. А для меня цвела весна, звенела брель, Татьянин день, Татьянин Уважаемые телезрители, техническое оборудование находится в ремонте, поэтому некоторое время мы будем выходить в эфир на канале НТВ по старому расписанию в понедельник и четверг в 8 часов вечера. Всего вам самого доброго, до новых встреч!